да, только не было бы Третьей мировой войны. Хотя Третья мировая война закончится очень быстро, потому что я знаю даже, как она закончится. Россия будет, все страны, которые ближе к ней, это, естественно, ну, Украина, это понятно, где будет с Украиной, Грузия, это, естественно, Китай присоединится к России. Это будет полная мощность, Америка будет полная. И мы этих зеленых козлов, которые зеленые, ну, я понимаю, ваххабиты, да, имеют, да? Давай, которые, блядь, на душу, давай, которые, давай, блядь, давай. Заебали всех на свете, которые, блядь. Извини, мы прошли эту школу, блядь, еще в средневековье, да, крестоносцы были, да? Они до сих пор еще, блядь, тупые, ну, молодые, да. Кстати, они произошли тоже от той же религии, тоже от евреев они произошли, от иудаизма они тоже произошли. Тоже, как и христиане произошли, от той же религии, понимаешь, да? И они сейчас дебилы, самый тупой народ, который я вижу на свете. Которые идут оттуда, с Африки, арабы, все вот это, понимаешь, все вот это. Война может начаться только, чтобы уничтожение мой источник, но... Единственное, то, что можно только случайно можем подраться мы с Европой. Случайно подраться можем быть с Америкой. И поэтому будут создаваться альянсы. Альянсы, которые должны создавать силу, которые не могут между собой драться. Это есть как атомная бомба, которая не дает нам уничтожить себя. Ведь атомная бомба не даст нам уничтожить себя. Потому что только дебил себя уничтожит. Вот в чем дело. А дебил... Тот, кто у власти. Правильно? Вау! Правильно я говорю? Правильно. Мы даже это используем обязательно. Я все верно говорю.